Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие участники 33-го сезона фестиваля Golden Time. Меня зовут Эвелина Дилейн. Я мировой рекордсмен. Я сыграла концерт на рояле на высоте 5000 метров. Я член жюри нашего замечательного фестиваля. И сегодня я скажу несколько слов о участниках последнего 33-го сезона. Общий уровень был очень высокий. Я приятно удивилась. Редко встречаешь таких подготовленных и посвященных участников. Я услышала несколько пианистов, несколько скрипачей и ансамбль. И сейчас я расскажу о тех участниках, которые мне понравились. Фатима Мустафазаде, очень артистичная молодая пианистка, прекрасное чувство пульса. Хорошо держишь пульс. Аккомпанементы, мелодии разделены. Хорошо, автономно работает правая и левая рука. К сожалению, расстроенный инструмент не позволяет оценить все нюансы. В следующий раз надеюсь, что инструмент будет настроен. Нубар Абдурехманова. Он поставил очень высокую оценку. Абсолютно замечательное взрослое исполнение. Динамика, техника, четкая структура, артикуляция, прекрасное чувство формы, браво ученицы и, конечно, преподаватель. Денис Светко. Я, конечно, не скрипачка. Я очень много пишу для струнных инструментов, и, на мой взгляд, это исключительно способный мальчик. Прекрасное владение инструментом, глубокий звук, редко встречающийся в этом возрасте. То есть интонация чистая. Мне очень понравился Денис, который сыграл два произведения, а показал как звук, так и хорошую технику. Анастасия Власова тоже прекрасная скрипачка. Мне очень понравились ее низы на скрипке. Не так легко добиться глубокого звука. У Анастасии это удалось. Отличное чувство формы, зрелое исполнение. Опять-таки, браво преподавателю. Дмитрий Кобзев. Я так понимаю, студент консерватории, потому что абсолютно прекрасный профессиональный уровень. Ничего не убавить, не прибавить. Абсолютно великолепно. Александр Стецюк, рок-банд и инструментал кавер. Александр, ну, состоявшийся исполнитель со своим стилем, с профессиональным видео, с профессиональным миксом, с профессиональным продюсированием. Я не могу оценить технику, потому что, ну, все сделано в студии, да, а видео записано немножко позже. Надеюсь, вживую звучит так же. Мне очень понравилось исполнение Вивальди. А вот следующее видео было довольно-таки легко оценить Александра как музыканта, потому что я услышала прекрасную интонацию. Видно, что человек умеет импровизировать. Абсолютно состоявшийся профессионал. Хорошая аранжировка. Вот. Мне понравились и другие музыканты. Немножко отвлекал меня трек ударника, а так все было замечательно на высоком уровне. Девочка-композитор Стефани Николова. Было два произведения: Lady Galaxy и еще какое-то произведение. Или Lady Galaxy — это псевдоним, я не совсем поняла. В общем, одно произведение было довольно длинное, 12 минут, а второе — рингтон, как будто бы. Первое произведение мне очень понравилось. В таком молодом возрасте композитор уже имеет представление о структуре произведения и в довольно крупной форме не теряется. Было бы вместо вот того видео, которое получила, интересно посмотреть на то, как композитор, молодая композитор складывает это все в программе, допустим, в какой программе вы пишете, Logic или Cubase или GarageBand. Мне было бы интересно посмотреть, какие треки использованы, какие инструменты использованы и как это все складывается. И я думаю, что так 12 минут прошли бы даже интереснее.
Вот, хотела бы посмотреть, как вы сводите инструменты. Ну и рингтон мне очень понравился. Понравился message, да, stop the war. И минималистичное видео. К этому видео абсолютно нет никаких претензий. Мне понравилось цельное восприятие и хорошая композитор. Композиция, хороший композитор. Спасибо большое всем участникам за то, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы представить свое творчество в это непростое для нас, для всех время, на наш суд, на суд зрителей, на суд жюри. У вас у всех все прекрасно получилось. Продолжайте заниматься, продолжайте присылать видео на фестиваль Golden Time. Всего доброго!